2 мая ушла из жизни легенда русского балета Майя Плисецкая. Ей было 89 лет. Именно с этого дня у некоторых барнаульских журналистов родилась идея найти хоть что-нибудь по теме. Им удалось выяснить, что в художественном музее есть работа известного мастера Артура фон Визина «Портрет Майи Плисецкой». Но этот акварельный образ видели только научные сотрудники. Картина была написана в 1963-м, а спустя 10 лет поступила в фонды музея и с тех пор лежала в запасе. Кстати сказать, этого могло бы и не случиться, если бы не настойчивые журналисты. Говорят, портрет Плисецкой позже оформят, спрячут под стекло. Его покажут вновь уже официально, только после открытия нового здания художественного музея. Его друзья, ученики вспоминали о том, что фон Визин так писал работу, как будто бы он дирижировал целым оркестром. О нем говорили, что он зажимал одновременно в руке до 20 кистей, и потом выхватывал нужную кисть и писал. Писал, как будто бы находясь в каком-то трансе. Тури на горе продолжает работу выставка «Всем Маргаритам посвящается». Здесь женские образы и у всех разные имена. Возникает вопрос, почему в названии экспозиции «Маргарита»? Находим ответ в небольшой фразе, которая заимствована из интернета. Все женщины – ангелы, но когда им обламывают крылья, им приходится летать на метле. Организаторы выставки хотели сказать, что в каждой из нас живет булгаковская Маргарита. И в Екатерине Москвитиной, и в Юлии Белиховой. Маргариты вокруг нас. Спишут портреты, радуют зрителей, а если понадобится, в любой момент взлетят на метле. В филармонии совсем скоро, а если точнее 28 мая, очередной симфонический вечер. В сопровождении нашего оркестра выступит молодой скрипач из Екатеринбурга Иван Иванов. В Барнауле он впервые. Несмотря на то, что приехал за несколько дней до концерта, пока никаких экскурсий не планирует, мечтает хорошо выспаться. В Барнауле Иван завершает свой гастрольный тур. В его исполнении прозвучит симфония номер 5 Чайковского и концерт для скрипки с оркестром Корнгольда. На Урале я объездил 20 городов, вот, да. И после этого были концерты на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Вот. В общей сложности этот концерт, вот, который в Барнауле, считается сейчас 28-м. Елена Кузовкина, информационный канал «Город».